вечер, уважаемые телезрители. 23 мая в эфире передача «Все грани мяча». Сегодня передачу веду я, Кирилл Музалевский. Олег Федоров не решился вести финальную передачу чемпионата, уехал, покинул нас, так что приходится его замещать. А помогать мне сегодня будет Владимир Попов, Евгений Воронин, Александр Сосницкий и Сергей Буслаев. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Ну что, можно всех нас поздравить с окончанием сезона, ну практически окончание, да, остались у нас стыковые матчи, которые решат, кто вылетит из высшего дивизиона, кто туда поднимется. Но тем не менее, основные события уже произошли, как в чемпионате Европы, так и, как в чемпионате России, так и во всех европейских чемпионатах, я хотел сказать, потому что чемпионы уже везде определились. Остались финальные матчи Еврокубков. Если у нас время позволит, мы о них немного позже поговорим. Ну, а сейчас я предлагаю обсудить, на этой неделе у нас произошло два тура, 29 и 30. Начнем по порядочку, начнем с 29 тура. Я попрошу вывести на экран результаты, как закончились эти матчи. Ну, Томь уже ни на что не претендующий проиграл Крыльям Советов. Оренбург, важный для себя матч, забрал очки у Уфы. Урал проиграл Локомотиву, уставшему уже таком традиционном для них противостоянии. Спартак на чемпионском кураже не оставил никаких шансов. Пострадал стадион, об этом немного позже. Рубин проиграл ЦСКА, ЦСКА взяли очень важные очки в борьбе за лигочемпионскую путевку, которая им потом, собственно, в этом и поможет. Ростов обыграл Анжи, Зенит выиграл Краснодара, Арсенал Амкар 0-0. Друзья мои, даю вам на выбор, о каком матче интереснее будет поговорить. Конечно, о Спартаке. Конечно, о Спартаке. Александр, безусловно, согласен. Конечно, согласен. Я сдал реплики именно отсюда. Давайте плашечку нам еще посмотрим, полюбуемся на результат этого матча. Спартак-Терек 3-0. Кто смотрел, да? Кто поделится? Александр, прошу. Ну, в принципе, игра была... уже, ну, можно сказать, чемпионская, было уже все практически решено, но Спартак еще раз доказал свой чемпионскую, ну, показал свою чемпионскую игру при заполненных трибунах. Да, все, да, да, трибуны, то есть, важно, да? Да, конечно, полный стадион, все, я, то есть, первый раз такое даже видел по окончании матча, чтобы выпускали вот зрителей на поле, ну, это, наверное, там за границей так делается. И, то есть, и Спартак вот попробовал вот этот первый раз, вот этот кураж, то есть весь стадион, я не знаю, то есть, ну, ощущение даже ты, находясь дома, смотря телевизор, тоже был... Готов выскочить. Да. Эффект присутствия. Да, эффект присутствия. Ну, по игре Спартак переиграл, конечно, Терек. Ну, в одни ворота, можно так сказать. Да, я буду солидарен. Мне кажется, вот не просто все-таки было еще настраивать команду, да? Да, вышли, да, тут как раз и болельщики и сыграли, да, да, свою роль. По поводу вот этого празднования такого, он все-таки показал этот опыт, что когда руководство позволило зрителям спуститься на поле, видно было, что культуры такого именно, да, отмечания у нас в России нет. Ну, дай бог... Да. Появится, потому что хорошо и приятно, что не закончилось это никаким ни членовредительством, никакими там еще что-то чем-то. Ну, сломали ворота, ну, с кем не бывает, немного раздели футболистов. Но зато запомнится, я уверен, это совершенно точно. Еще на долгие годы, да, так хотел сказать? На долгие годы запомнится. На ближайший год. На ближайшие 16 лет. На ближайший год, нет, Евгений. 16 лет, согласен, Володя? Володь, ну, у нас редко бываешь на передаче, Сереж, позволь, да, Володе вопрос задам. Слушай, ну, мне кажется, тут сам матч, ну, наверное, неправильно обсуждать, потому что всем все было ясно, вот именно по самому матчу, да, но... Конечно, мы в большей степени после вкусия. Да, но это, конечно, было круто. Знаешь, мне кажется, не признать это, ну, нужно быть, ну, совсем прям каким-то лютым Спартака-ненавистником, чтобы не признать, что то, что происходило... Ты к таковым не относишься. Нет, конечно, нет, я... спортивный журналист и объективен. Претендую на это. Вот. Но это правда было круто. Это было правда очень круто, потому что в России такого не было. И, ну, пусть «Спартак» будет вот такой первой командой, которая эту традицию задала. И, может быть, эта традиция останется исключительно спартаковской. Блин, ну это было классно. Особенно мне понравился вот этот, помните, такой slow-motion план, когда вся толпа бежит, вот только-только ее выпускает, да, и впереди маленький пацан такой бежит, всех опережая, и толпа его настигает. Ну, это, конечно, круто. Ну, сломали ворота, я думаю... Знаете, можно один раз за 16 лет ворота поломать. Да, конечно, конечно. Вы вот чаще такие успехи, то бог с ними, со всеми воротами. Сереж, хотел ты добавить?
Да. Я, в принципе, Володю поддержу. Было интересно, да, посмотреть, как это вот. Ну, это же заранее было спланировано вообще-то. Да, это не просто какая-то такая акция спонтанная. Хаотично, специально убрали. Федул сказал, что буду выпускать, потому что все равно выбегут. Я считаю, в этом, кстати, ему мудрость все-таки руководство появилось. Да, они убрали сетки, как вы заметили, часть рекламы убрали перед матчем, и уже было запланировано. Но потом, мне понравилось в конце уже, да, вроде как-то устаканилось все это. Делали вот этот коридор, когда вручали там вот этот кубок там. Уже было. Знаете, что еще понравилось? Вот эта атмосфера показ, ну, телевизиончика в раздевалке. Не каждый в этом могут показать. Ну, то есть, как ребята праздновали, как там. Да, то есть, как там семьи, как ну, поздравляют. То есть, не... Ну, конечно, средства массовой информации в основном болельщики Спартака. Кому там больше досталось своим бывшим коллегам с этого плюса? Кому больше досталось-то? Слушайте, знаешь, мне кажется, там всем всех обливали, все пили, майки выжимали, потом допивали, что не успели выпить. Это круто, но это же еще и круто с точки зрения просто популяризации футбола в стране, потому что об этом сказал Первый канал, об этом сказал ну, практически все крупные СМИ, российские даже утюг, и западные. Утюг у меня с утра, и то такую информацию выдал. Да, неделю и... у Женьки утюг, да. Но утюг. Да нет, дело-то не в том, кто стал чемпионом в данном случае. Дело в том, как отпраздновать. Ну не скажи. Ну как, не да. Причем. Не, Володя говорит с точки зрения вот, журналиста, да, с точки зрения медиа, как вот это смотрелось, как это подавалось все по телевидению, как это все... Ну. Подавалось хорошо. Меня как-то случайно, Жень, по твоей ссылке вынесло на ветку ЦСКА. И там люди предупредили, говорят, ребята, ближайшие 12 часов не включайте телевизор, не включайте радио, накройтесь подушками и расслабьтесь. Это Женя был. Да. Нет, это не я был. Да, и вот ну просто заканчиваю, потому что мне кажется, в большинстве многих, да, вот эти кадры из конца 90-х, начала 2000-х, где болельщики из Лужников идут, их ОМОНовцы там дубинками бьют, да, и у многих людей в нашей ассоциации, стране ассоциации, да, с футболом, что там можно получить по лицу, что тебе там отобьют почки, что на трибунах какие-то националисты сидят. Ну так и было, но сейчас-то нет. Сейчас ты приходишь, платишь достаточно серьезные деньги за билет, получаешь соответствующий уровень комфорта, тебе все видно, нет, тебе есть где согреться. России, да. И это круто, что там дети, там родители с детьми, ну, это классно. Есть, да, это есть классно. Сейчас сектора детские, да, есть сектора семейные. Слушайте, там... а в Европе, я вот не часто смотрю европейские матчи, там ведь так признано это отмечать чемпионов. Не везде, да, не везде. В Голландии выпускают болельщиков, в Англии, в Германии. Ну, в Испании нет такого, в Италии нет. Тоже я не слышал. В латинских странах. В Англии выбегали. Да. Нет, вот в Англии и в Голландии я знаю. Показывали, что да. Поэтому, ну, это классно. В Германии, да. Если это цивилизованно и классно, если заканчиваешь только сломанными воротами, то я считаю, это нормально. В общем, первый опыт. Не, ну, свои ворота. Ворота же не просто так сломали. Ворота растащили на сувениры, потому что кто-то... В интернете были фотографии человека, который шел со штангой в метро. Он тащил эту штангу, я не знаю, что с ним. Ну, зацелованная точно она была. Да, точно зацелованная. С ягубной помаде. В общем, так немножко подытоживая вот именно этот матч и то, что было после матча, после матчевой эмоции, после матчевой, можно сказать, такие вот поступок руководства, который позволил зрителям быть такими полноценными участниками празднества. Я думаю, руководству было достаточно страшно Спартака идти на это, но тем не менее хорошо, что все хорошо закончилось. И надеюсь, другие команды, которые будут становиться чемпионами, они перемут этот опыт, и мы будем двигаться в этом направлении, потому что это правильно, это интересно и для футбола, но и для болельщиков. Я хотел немножко туда добавить, да, вот все-таки на спартаковском стадионе, да, на арене, да, все это было сделано организованно, красиво, хорошо, замечательно все. И милиции, да, со стороны полиции, вернее, не было никаких предъяв, да, то, что пострадали люди или еще что-то. То есть толпу можно было, так было организовано, чем хорошо, да, никого там не задавили, да, там кому-то не нанесли. То есть было все сделано хорошо. Ну, в отличие от того, что как спартаковские болельщики повели себя в Туле. Будет у нас 30-й тур, говорю, Женя. Что, нет, я тебе вот эти две скажем так, две крайности. Жень, ты забыл, да, что здесь спланировано было. На вся эта праздница была спланирована. Болельщики знали, что они выйдут. В том числе лидеры спартаковских болельщиков. В Туле это хаотично произошло. Там не знали никто. Не знали ни полиция, что они выскочат. Будут ломать ворота. Там. Об этом никто не знал. Они бы тасол обратно скачали бы быстренько, чтобы не вытек. Давайте я предлагаю сразу на 30-й тур не перескакивать. Все-таки у нас был матч Рубин-ЦСКА. Да. 0-2. ЦСКА. Обращусь к правому ЦСКовскому флангу нашей
наших граней. Ребята, что скажете по матчу? Давай. Ну, там вообще, мне кажется, тоже как игру обсуждать особо нечего. Потому что, ну, вот то, что видел я, ну, потому что взгляды на футбол бывают разные, но ЦСКА, конечно, превосходил по, наверное, ну, можно сказать, что в классе превосходил текущий Рубин. Ну, вообще, знаешь, вот существует такое мнение, многие высказывают, что Рубин – главное разочарование нынешнего чемпионата. Конечно, да, конечно. Да, конечно, того, сколько деньги. Денег было вложено, относительно какие амбиции руководства конечно, были. Да, и который вышел, да, есть такая негласная история, что руководство Рубина, ну, не то, что там просит или что-то, они прям, ну, им неприятно, когда все припоминают, какая цифра была вложена в команду перед началом сезона, и им стыдно за то, что потраченные деньги не соответствуют тем результатам, да, ну, и... Ну, но... больше всего меня, если честно, огорчает в Казани не это. Команда может провести плохой сезон, не угадать с тренером. Это никто от этого не застрахован. Да, они рискнули, они в этом смысле молодцы, не подфартило. Но то, что на такой стадион красавец, да, ходит 4 тысячи, там, не хочу это, обидеть. Конечно, безобразие. Это ужасно. Володь, подожди, они в начале, я сейчас, 2 секунды. Они, когда открыли этот стадион, заполнение было хорошее. И Рубин-то играл хорошо, вспомни. Рубин где-то входил в шестерку, да, в пятерку, да, лучших команд. Но когда вот Рубин стал сыпаться, я на прошлой передаче говорил, команда, когда начинает сыпаться, ходит гораздо меньше. Вспомни, это сейчас Локомотив, это да? Это Глори Хантер, понятно. Ребята, я вас прерву. У нас висит звоночек. Телезритель хочет тоже с нами пообщаться, поделиться радостью или разочарованием. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый, представьтесь. Футбол у вас беспокоит, Ильдар. Да. Здравствуй, Ильдар. Хочу заметить, ты рад меня видеть в роли ведущего, Ильдар? Конечно. Замечательно, давай. Конечно. Но не в роли команды чемпионов, скажем так. Ну ладно. Вот, кстати, по поводу празднования хочется сказать. На самом деле, я с Евгением соглашусь, то, что это произошло только из-за того, что Спартак чемпион стал. Такое разрешили сделать на поле. То, что я, скажем так, был свидетелем нашего чемпионства армейского, нас, простите, конечно, мы увязали вообще при любом удобном случае. Просто даже вообще, что в центре Москвы, что мы там в Лужниках, да, ой, на Воробьевых горах, нам не давали сделать вообще ничего. Когда мы стали чемпионами в Химках, у нас то же самое пошло. Нам это про какой год, говорит, ребята? На поле ничего. И поэтому это только из-за того, что Спартак был чемпионом, ребят. Не, ну, Эльдар, я тебе хочу заметить одну вещь. Допустим, то, что происходило на, скажем так, Спартак-арена, ну, открытие арена, да, там пространство было большое, там не было домов. Ты представляешь, там, что было бы, если, допустим, в тех же Химках, когда дома практически к стадиону подходят, чтобы там творилось. Жень, я тебя услышал. Я хочу сказать о другом, о том, как болельщики Спартака в центре Москвы праздновали чемпионство. Все же видели это на самом деле видео. Вяжут парни. Да, ты отбивайся от полиции-то. Это же на самом деле просто, ну, наши правоохранительные органы просто смотрели это сквозь, я не знаю. Ну, болеют же Спартак, они, короче. Народная команда, Эльдар, понимаешь? Спартаковский заговор. Жень, я же что и говорю, что у нас все массовые информации действительно, не знаю, не только у Чуги, там, и, по-моему, там и Искран уже доносилось, что у нас там весь Спартак чемпион. По-моему, стены уже говорили об этом. Ну, поэтому, когда у нас было, когда мы были чемпионами, Эльдар, да, все проходило, ну, в обычные, скажем так. Эльдар, спасибо, дружище, за звонок, мы тебя услышали, но это данность, что мы можем поделать, если так... болеют, в том числе средства массовой информации, за Спартак. Потому что Спартак это народная команда. Вот. Народная команда. А ЦСКА, наверное, лучше. Да. Согласен. Но речь не об... Это я говорю как спортивный журналист. Конечно. Объективно. Там, если посмотреть... Самый стабильный, без вопросов. Но хотелось сказать о другом. Сейчас, извините. Просто Ильдар, да, сказал так, что вязали, там не вязали. Но вот лично мне запомнилось, когда ЦСКА после долгого отсутствия чемпионского титула, пятилетнего перерыва в 2013 году, даже побольше, в 2013 году стал чемпионом, очень круто отпраздновали.
То есть была организована команда, плыла на корабле по Москва-реке и приплыла к болельщикам, которые собрались около там, 7-10 тысяч на набережной Лужников. Это было очень круто. Где-то кого-то что-то как-то... Ты уже закончишь эту тему. Да, нет, болельщик Спартака, дам сказать. Ты... Да. Александр, хотел что-то сказать. Я хотел сказать насчет игры вот ЦСКА. Рубин. Да, Рубин. Для ЦСКА, я вам скажу, вот эта игра была очень важна. И... Кто забил? Кто-нибудь напомнит? Витиничал. Витиничал, да. Дзагоев. Дзагоев, конечно, да. То есть для ЦСКА эта игра была очень важна. То есть если там выигрывает «Зенит», все, получается. Да, конечно. Да, конечно. То есть они действительно, они на игру настраивались. И, как вы сказали, там Рубин, там, плохо сыграл, там ЦСКА, счет 2-0. Всего-навсего. Смотрите на табло. Правильно? Нет, Рубин. 2-0 же. 2-0. 2-0. И не так просто ЦСКА выиграла у Рубина. Не так просто. ЦСКА, а когда мы все матчи, мы все матчи с Рубином играем там ужасно. Все матчи. Это мы, по-моему, за 5 лет мы там выиграли. Нет. В том году мы там чемпионство оформили. Я понимаю, ты болельщик ЦСКА, так часто чемпионство. Да, что я уже забываю, когда мы сколько раз мы были чемпионами. То есть ЦСКА ошибаться нельзя было. Я тему хотел закруглить тему боления, потому что как самый старший из вас, который помнит чемпионство Динамо еще, я помню 76-й год. Ты тоже бежал. Как вас винтили? На металлоне. Мы раньше болели. Я был на стадионе, помню, как раз, может, Юра Розанов был с нами. И вот мы когда свистели, там Динамо выигрывал, допустим, мы ездили на все матчи, там и ЦСКА как-то дружно были, на Динамо, на Спартак ездили, вот, и сидели свистели, к нам подходит Дяденька милиционер, говорит, ребята, прекратите хулиганить, вы что это свистите тут на стадионе? Я говорю, а что, нельзя? И вставать нельзя, говорит, сидите, болейте спокойно, вот, хлопайте, но тихо, знаешь, вот было как. Вот так вот было в 76-м году у нас. А сейчас все возможно, а ты перестал ходить на стадион. Это абонемент купишь на новый стадион-то? А как же? Два куплю даже. На новый обязательно. Итак, завершая тему 29-го тура, из матча, который нам еще интересно, там «Локомотив» проиграл «Зениту», и так, гонка за Лигой чемпионов немножечко у нас продолжилась. Так, переходим к 30-му туру. Да, попрошу. Есть у нас результатики по 30-му туру, ребят? Есть. Да, есть. «Арсенал» «Спартак» 3-0. Нашумевший матч, про него много говорят. Амкар рубит. Так, ЦСКА выносит в одну калитку Анжи. Оренбург нежданно-негаданно выигрывает у Ростова, который лишается шансов на Еврокубке. Краснодар выносит Томи. Благодаря осечке Ростова заскакивает на последнюю подножку этого уходящего Европоезда. Да, то есть все-таки Краснодар попал и хотели увольнять Шалима. Теперь непонятно, увольнять Шалима, не увольнять Шалима. Зенит обыгрывает Локомотив, но это ему не помогает. Итак, друзья мои. 30-й тур. Чемпионат завершен. По матчам пройдемся или сразу же будем тогда вместе чемпионат обсуждать? Кому интересно про проигрыш Спартака Арсенала 0-3, правда. Спартак, если проигрывает в этом сезоне, то 0-3, да. По большому счету, тут все другого понятно. Другого тут ничего не дано. Но в этом туре просто решалось что? Кто займет второе место, кто будет представлять Россию, значит, четвертой командой, Краснодар, ты сказал уже. И самое интересное, внизу происходило, кто вылетит. Никто не знал вторую команду. Все решалось до последнего. Даже кто смотрел чемпионат, это обзор чемпионата, видел, как игроки Крыльев обнимались, думали, что они остались в премьер-лиге, а оказалось, что не остались. Они не остались. Стыковым матчем. Да. Не по стыковым, по результатам. Они уже набрали три команды, одинаковое количество очков, а Крылья вылетели. Да, смотрите, выигрывает Оренбург на заказ у Ростова. Хотя Ростову нужна была победа. Оренбургу? Оренбургу нужна. Он вылетал спокойно. Оренбург был вообще прижат. Оренбург несколько ярких матчей ты выдавал в этом сезоне. Команда может, если понапрячься, они могут сыграть. Спартак проигрывает Арсеналу. Пишут, что Спартак, какой-то там член РФС особо умный, пишут, что Спартак ни разу не переходил на половину поля. Это сын Жириновского, член РФС. Понятно. Мы смотрим 69 против 31% владения мячом в поле Спартака. Удар в штангу, по ударам тоже все равно. Выиграл команда, которой больше надо. Спартак абсолютно немотивированным вышел. Вот, понятно, твое мнение. Мое мнение, конечно, хотелось, чтобы закончили на хорошей ноте Спартак, но... Мне кажется, это сложно, Сереж, команду так держать, да? Саша, ты профессиональный спортсмен, да? Можно выйти просто и сыграть в полноги? В полноги? Да.
Вот не, вы, понятно, что ты, допустим, играли, не, когда вы тоже чемпионы становились хорошо, раньше, там, за пол, не знаю, там, в пол газа сыграть. Вы ходили что, и проигрывать, что ли, всем, непонятно? Нет, не проигрывать. Ну, у них так получилось. То есть, люди забили первые, ну, Арсенал. Ну, и у них игра, пошло, то есть, пошло Саша, как-то. Саша, нет. Только мне говорить не надо. Команда идет первое место и последнее место. И ты мне говоришь, что одни прям... Ну, что, ну одной команде очень надо. Да. Да, ну, надо а другие празднуют третью неделю. А другие 69% Жень, владения мячом и 3-0 проигрывают. Ну что ж поделать. Ну, бывает такое. Ну, что? Подумайте. Футбол. Он спросил у игрока. Ну, злые языки говорят, да, игру сдали. Да, сдали. И сдали за чемпионство молодежной команды. Я тут хочу Евгению вернуть. А в 2003 году чем занимался ЦСКА в Казани тогда? Когда уже стал чемпионом. Расскажи-ка нам. Отдавал? Игру? Долг. Долг. Как интересно, друзья мои. 14 лет назад, скандал, интриги, расследования. Впервые все грани мяча. Просто Спартак, я скажу, был уже в отпуске. Все. Ну, многие команды были в отпуске, судя по... Практически. Ну, Саш, ну, блин, ну, себя вспомнил. Ну, ты же профессиональный спортсмен. Ну, ты не будешь по ноги, правильно сказать? Нет, я согласен. Они должны были показать лицо свое, то есть чемпионское. Саш, ты отпуск зимой, ты пойми, а у них летом. Ну, что ты сравниваешь? У них и зимой, и летом, блин. Как Промис сказал, у них не получилось. Я смотрел этот, ну, по Матч ТВ. Да они должны были выйти на одной ноге, бегать, переигрывать команду. Да ладно, все живые люди, все... Нормальная команда. Кто ты сам говоришь, Спартак не показывает чемпионскую игру? Не показывает. Не можем обыгрывать на классе. Вот. Какую команду кто обыграл у нас на одной ноге? Скажи, вот какую команду? Даже Томми не сдавалась. Вначале, когда у них ушли игроки зимой, первые две игры еще они как-то это, но потом-то они упирались так, ну, что Петракову всегда было. Достается команды тащить. И не практически справился. Тот же Оренбург, тот же Арсенал. Не хватило каких-то 20 туров, он бы никто справился. Не хотел умирать. Киряков тоже собрал хорошую команду, такой извините. Такой фильм был, да, помню, молодостью, никто не хотел какой? Умирать. Да, был. Было такое кино. Так, ну, ЦСКА, Анжи. Что ж, все понятно, да, по этому матчу? Так же, как и по матчу. Ну, вот здесь, как... вот здесь слушайте, показывает, нет, показывает я класс. Хочу, я что... Да, я вот. Хочу спросить, то есть последние два тура вы не переживали за результат? Вот нет, переживали. Рубин, конечно. Нет, слушай, Рубин обыграли легко, Анжи обыграли ну, тоже легко. Рубин, наверное, я погорячился, что легко, но именно вот то, как мне как казалось, игралось команда, в целом, да, да, там не было крупного счета. Но вот у меня была какая-то внутренняя уверенность, что мы сегодня не проиграем, что сегодня добьемся нужного результата. Но это не было так, как было. Вот Санжи хорошо признаю, там, ну там реально. Когда Игнашевич забил, да. Мне стало уже понятно, что ну не упустят, да. Ребята, ну не могут. И даже упустить. Не пропустят. Сказал, нет, да. Ну я об этом... А ЦСКА, я же напомню, там... ЦСКА выигрывает, и там все, неважно, да. Как. Ну, там да, очко конечно, разница, конечно. Что, конечно. Просто, плюс один. Одно очко. Понятно. Ну, к чему мы приходим? В общем, следующий. У нас... да. Ну, а следующий матч какой? Ну, про «Зенит» говорить есть смысл? Нет, ну, я не знаю. Да нет, что еще было интересного? Вот этот 30-й тур. Оренбург-Ростов. Я, честно говоря, матч не смотрел. Я просто не знаю, никто, я думаю, что да. Мало. Там, они шли в одно время все матчи. Да, поэтому, кстати, да, это вообще было проблематично. Тяжело было там... смотреть. Увидеть. Ну вот, да, в конце там было. Я еще около основной команды смотрел, которые вверху таблицы. Да, ну, да. Нет, а тебе, кстати, не будет интересно, кто внизу там у вас? Не было интересно, входит? Да. Вот да. Мы потом поговорим, я с тобой вот, хотел бы обсудить, да, кто будет в стыковые матчи играть. Да. Арсенал достал. Кстати, ты знаешь же, кто вышел у нас в стыковые матчи, да, ты можешь сказать. Мы сейчас все скажем, мы сейчас немножечко значит, подведем итог таким да, образом. Мы посмотрим, кто у нас вышел в Лигу чемпионов. Попрошу вывести Европы, такую. Да, в Лигу чемпионов у нас вышли, соответственно, Спартак и ЦСКА. Спартак это сделал давно. ЦСКА это сделала... Да. Недавно. Недавно, да. ЦСКА это сделала в последнем туре. Спартак даже узнал, кто будет в корзине у него. А, тоже позже немножко. А, ну. То есть до последнего тура не была ясна судьба Лиги чемпионских путевок. Четвертый. Да, и Лига Европы тоже, пожалуйста, нам покажите. Зенит, Краснодар, Локомотив у нас там будет играть. Локомотив как обладатель кубка. Женя, какой Зенит вот ЦСКА сражался не смог, а Краснодар, кстати, вот как мне считать, мне в данном случае Краснодар в большей степени интересен. Ну, Краснодар заслуженно. То, что могла команда не выйти в предостойной игре. Был бы это с новым стадионом, был бы это для Краснодара какой-то в мере провал или неудовлетворительный результат? Я думаю, да. Конечно, да. Я тоже думаю, конечно. Потому что, мне кажется, ну, в Краснодаре сейчас основная цель – это Еврокубки. Конечно, да. Конечно. Сейчас приехал Инфантинович, в общем, сможет да, их выделить. Узнаем мнение нашего телезрителя, друзья, который стадион. Нам дозвонился. Красный репортаж был. Слушаем вас, вы в эфире. Алло, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Ой. Кто это? Кто это? Кто это?
Алекс. Приятно вас всех слышать. В эфире смотрю вас. Представьтесь. Молодцы. Представьтесь, пожалуйста, кто меня вы? Меня зовут Олег Александрович. А, здравствуйте, Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А из какого города вы? Несколько слов по «Спартаку». Да. Внимательно. Да, проиграв «Арсеналу», он позволил «Арсеналу» не напрямую улететь, а еще один шанс получить в игре с таковыми, в таковых матчах. Что касается ЦСКА, конечно, мандраж по Рубину был. Все-таки был, конечно, да, Олег, ты переживали. Что? Все-таки был по Рубину, был неопределен немножко. Конечно, абсолютно точно. С Рубином ЦСКА в Казани всегда играет тяжело, всегда играет напряженно. Ну, что я могу сказать? Конечно, поздравляю в очередной раз болельщиков «Спартака». Ну, никак ты не успокоишься. Олег Александрович, как-то... Олег Александрович, уже отдыхай уже. Сколько можно поздравлять? Да. Даже Олег... с отдыха ты кричишь об этом. Сколько Олег можно? Александрович, радости в голосе нету. Поздравления это. А он сейчас сидит с болельщиками ЦСКА, так что не может громко говорить. Олег, еще что-нибудь скажешь? Слушаем. Я скажу только одно. Ну ладно, это, видимо, не эфирные выражения. Понятно. Мы запикаем. Спартак чемпион. Молодец. Видимо, Олег, большое спасибо. Видимо, Олег не устанет повторять. Большое да. спасибо за звонок. Вот видно профессионала. Человек в своем заслуженном отпуске отдыхает, кушает раков, что-нибудь еще такое вкусное. Все равно звонит, все равно весь в работе. Молодец, Олег Александрович. Остановились мы на «Зените» Краснодаре «Локомотиве», да, которые у нас попали в... Как это называется? Почему на раках остановились? Не легче, а другой, да, который попал в Лигу Европы, да, и Краснодар, для которого, ну, для «Локомотива» с такой игрой выиграть кубок был безусловной удачей. Приходит Семин, берет титул. Красиво. Очень красивая история, да? Да, все, можно на покой, и уже, да. знаешь, и никто 70 не... лет, что ж. Ну, я имею в виду в качестве тренера «Локомотива», в смысле, не подумайте ничего такого, нет, что Семин на покой 70 хорошие, лет, да. нет. И не об этом, выходит Лоськов. Конечно. Сезон за 60 лет. Нет, 43, по-моему, да, Лоськову? Сезон команда завершает красиво. Для «Зенита» не попадание в Лигу чемпионов. Ну, это провал абсолютно. Это провал, конечно. Но не такой катастрофический, как для ЦСКА. Неправда, нет. Я с тобой не соглашусь. Вот я хотел вопрос задать, да. Для кого бы было... Вот давай страшнее не попадание в Лигу. Страшнее «Зениту», с репутационной точки зрения «Зениту». Да, конечно. Страшнее с финансовой, конечно, ЦСКА. ЦСКА, потому что не секрет, что живут посредством, да, мягко говоря. Да. ЦСКА зависит от этих бонусов, которые да, вы платите. Да, да, да. Это очень-очень приличные деньги. Конечно, это конечно. Порядка 20 Европу, миллионов ну, евро 15, за... Да, боже, уже 20 за групповой турнир, если попадание в групповой турнир. А с учетом стадии плей-офф, которая будет, если теоретическое попадание, там еще даже больше, там, на несколько миллионов, потому что матчи плей-офф отборочные в Лигу чемпионов, они тоже считаются по там, определенной системе. Ну, да, за победу одна сумма. Это... Да, и для ЦСКА, конечно, потому что у ЦСКА от этого зависит трансферы, кого смогут, потому что под Лигу чемпионов будет более серьезное усиление, под конечно, Лигу Европы конечно. Его бы не было. И если в целом говорить, да, про сезон, в этом году ЦСКА, как бы это ни печально армейским болельщикам было сознавать, прыгнул выше головы. Потому как складывались события, потому что сезон был реально очень тяжелый, неоднозначный. Команда достойно набрала. Сразу да, и Гончаренко роль какая в этом, кто прыгнул? Какая роль? Я думаю, весьма, потому что, мне, как мне, мне кажется, я не значит... хочу там кидаться камнями, какашками, тухлыми помидорами в спину Слуцкому. Нет, я к нему очень с большим симпатией и уважением отношусь как к тренеру, но... Мне кажется, он не управлял уже командой последние месяцы. На самом деле, его мере. Очень сильно подломила история с кем? С чемпионатом Европы. Так точно. Да. Я думаю, что вот это был как раз вот ключевой момент, когда нужно было немножко передавать бразды команды в другие руки. По игре, руки, по привлечению да. молодежи, Гончаренко-то... Понимаешь? Не соглашусь с тобой. Вот мне кажется, что вот то, что Слуцкий знал, что он уйдет там за два месяца до окончания первой части чемпионата, он стал привлекать и Чалова, и Жамалединова, но... да, и он дал им засветиться. Здесь он даже Ионова на лавку посадил и выпустил Чалова на его место, получается, да,
привлекает Джамалетдинова, там кто там еще, я не, уже не помню. Нет, в этом смысле Гончаренко, мне кажется, да. Я смотрел, ЦСКА вышли запасных воспитанников, как он называется. У вас запасных столько не было. Матча, а да. Сидело сколько молодежи запасных, там, я не знаю, человек, наверное, 5 или 6 сидело из дома. Понимаешь, мне кажется, давление результата на тренера было... Ну, большой. Да, скажи, такого было... давно не было у ЦСКА, чтобы молодежи столько привлекали. Давно не было. Не было, конечно. Вот вспомни, одного там, двух суток, кого-то там. Нет, мне кажется, все-таки вот в этой истории, конечно, это главный момент про Слуцкого, которого действительно, не скажу сломал, но надломил чемпионат Европы. Это, кстати, не первый тренер, который очень, ну, имею в виду наш российский, который так очень тяжело выходит из таких больших турниров. Ну, ты знаешь, сначала... Я думаю, у него все будет хорошо, на самом деле, человек просто ему надо сейчас разгрузиться. Ну, сейчас честно попал. Перегрузиться, да. В этот передряг. Так было, да. Скажем так, и помните, когда... У Романцева было, у Ярцева было. У Газаева, было. У Газаева. У Бета. Сейчас сборный такой, знаете, как в Советском Союзе было, это если делать человека министром сельского хозяйства, то это значит сразу на выход. Так ощущение, что у нас сборная такая же. Если человека берут сборную, то тренером, то скверно заканчивается ситуация, история скверно заканчивается. Так, ну, по ЦСКА решились. В общем-то, ты считаешь, что удачный сезон при всех имеющихся проблемах в клубе? С учетом того, как складывались события, выше головы. Конечно, да. Я так считаю, это хороший результат. Но самый, конечно, главный бонус, заканчивая историю с ЦСКА к этому сезону, это открытие арены. Я думаю, что это надолго. Ну, это всегда для большой команды. Ну, Спартак, я думаю, да, что тут говорить. Да. Для нас это удачный сезон. Что и говорить. Удачный. Самое главное, чтобы вот этот сезон был, он и продолжался. Таких сезонов было почаще и побольше. Таких сезонов, чтобы не останавливались на этом. Согласен, ждет Лига чемпионов. Послушаем, что считает наш телезритель. Слушаем вас, внимание. Здравствуйте. Здравствуйте, вечер добрый. Давно я вам не звонила. Представьтесь. Евгению привет. Татьяна привет, Танюш. Привет. Здравствуйте, Татьяна. Я вот никогда не устану повторять, что если бы Гончаренко возглавил нас с начала сезона, то Спартак бы еще лет 16 ждал чемпионства. Угу. Согласен, Танюш, согласен полностью. Так точно, согласен. Нет, ну почему? Парируйте. Спасибо за звонок. Можно я соглашусь? Можно, согласись. Я соглашусь с Татьяной. Почему? Потому что если бы не пришел Карьера в Спартак. Да. Вот давайте начнем с Карьеры. Кто первое место занял? Карьера изменил игру Спартака, изменил. Спартак стал играть по-другому. Посмотри, как игроки о нем отзываются, да, какие тренировки, как что. И то же самое можно сказать про Гончаренко. Почему я неспроста задал вопрос Володе, какая роль Гончаренко в игре ЦСКА? Что ЦСКА заиграл по-другому. И действительно, Татьяна права. Игру в обороне еще неизвестно. Нет, ну они бы, может быть, Спартак и стал бы чемпионом, но борьба бы шла бы до последнего тура, мне кажется. Согласен, Сереж. Передача закручивается. Телезритель, слушаем вас. Понял. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, еще раз, вот Ильдар беспокоит. Тебя не догнали? По поводу Лиги чемпионов и ЦСКА высказался мнением. Вы знаете, вот по мне, как видя, что состав и видя то, что мы имеем, ЦСКА гораздо удобнее, наверное, и опыта ради, и, скажем так, за результат будет лучше играть в Лиге Европы. По сути, мы для Лиги чемпионов, ну не то чтобы не готовы, но пока не тянем мы. У нас очень много молодых игроков, которым обязательно надо поиграть в Лиге Европы. И вот если мы, например, надеюсь, что так получится, с третьего места выпадаем в Лигу Европы, вот это будет очень даже неплохой для нас результат. Потому что на выход из группы я, по сути, не рассчитываю, хотя если выйдем, опять же, хорошо. Вот, но если мы, опять же, на третьем месте сваливаемся в Лигу Европы, очень даже неплохо. И может тогда никого не стоит приобретать? Ну или что же, за жадность? Надо приобретать ЦСКА. Это же гидерский нот. Не, нужен хороший нападающий. Конечно, такой, нужен. ЦСКА нужен нападающий, это понятно. Ильдар, спасибо за звонок большое. 2 миллиона. Я думаю, у меня даже есть на примете такой нападающий. Погребняка, да, купите. Он во всех командах был. Ребят, давайте Сереже дадим сказать. У нас, я так понимаю, не так много времени остается. Пополнение, которое приходит в наш высший дивизион. Сергей, озвучивай. Пополнение «Динамо» и «Тосно» пополнили премьер-лигу. Давайте посмотрим. И, да,
Ну, потом постыкал. Ну, сейчас, да, ты рассказывай, да. Появится на экране рано или поздно. «Динамо» и «Тосно», и команда «Енисей» и «СКА Хабаровск» будут играть в таковых матчах. Значит, «Енисей» будет играть с «Арсеналом», да, «Арсенал», а «СКА Хабаровск» будет играть у нас с «Оренбургом». По-моему, если не память не изменяет, 25 мая. Да, и вот в этих таковых матчах, вот я смотрел, естественно, я более лучше знаю, как играли ФНЛ эти команды, так как следил за ней. «Енисей» Тихоновский очень хорошую игру показывает. И не факт, что «Арсенал» останется в премьер-лиге. Тут будет такая заруба, и «Енисей» на него и ходит, и команда поддерживается и Красноярским краем. Вот. А «Хабаровск», вот там уже бабушка надвое сказала, не знаю, как «Хабаровск» сыграет, потому что «Динамо» спокойно обыграл его даже в «Хабаровске», и народу там, вот я говорил, Саша, что там было 3000, из них 1500 солдат пришло. Слушай, ну это же команда с замечательным составом. Да, да, Кобялка. Мы с тобой... Еще я забыл. Ряба Кобыленко там все. Там эти... Демитка. Согласись, допустим, да. Я... Все понимаю, но, допустим, летать в Красноярск, ну, летать в Хабаровск. Ну, я согласен, Жень. Ну, это ближе, чем в Хабаровск. Да нет, ну, понимаешь, допустим, ну, СКА. Золотой ну, сколько, сезон. Если к нему выходит, допустим, если выходит, да. Ну, ты один раз слетаешь, и нет, все. Нет, приходит на стадион, там, по 3000, ты говоришь, болельщиков. Ну, это в Хабаровске. Да? Да. Ну, в Хабаровске. За счет чего команда должна прилететь в Москву? Я не знаю, ты представляешь, я не знаю. Самолет стоит из Хабаровска в Москву прилететь, пожить в гостинице и обратно вернуться. Я не знаю. Весь бюджет клуба. Нет, ну, наверное, клуб армейский, судя, да? Да. Кстати, у них цвета, да, у них звезда и красно-синий. Енисей красно-синий. Да, да. Енисей красно-синий. Ну, видишь, одни красно-синие практически вышли. Еще не вышли, вернее, будут участвовать. Я думаю, вторых армейцев не пустят. Да. Хватит, да? Вот они. Тосно, вот Тосно. Давайте немножко скажу про Тосно. Тосно команда тоже интересная. Парфенов тренирует. Вот сколько Спартаков. Да, Спартаковский тоже тренер. И интересная команда с интересной игрой, с хорошими игроками. Но там проблема в том, что они играют, они весь чемпионат ФНЛ играли в Новгороде. В простом, как он? Нижний, не Нижний, а в этот, еще второй Новгород. Великий Новгород, да. В Великом Новгороде. А сейчас планируют играть на стадионе, где играл «Зенит» сейчас, старый стадион. Петровский, да. А «Зенит» где? Потому что Тосно, там население меньше, чем Видном, и стадиончик всего там 1000 на 3. Но команда есть. Представляешь, что она сейчас будет представить премьер-лигу. Но они же, знаешь, не будут играть. Они же будут играть на Петровском. Да, ну я тебе про это, ты прослушал меня, сказал уже, да. Они будут играть на Петровском, но получается, команда-то из Ленинградской области. И... Кто поедет туда, да. Ну да, вот тоже как вот со зрителями будет. Вот мы же говорили об этом, понимаешь, что вот тут еще вопрос в том. Один город, одна команда, просто придется сложно. Но да, Ленинградская «Динамо». Химок, когда они играли в премьер-лиге, там малюсенький стадион. Родина. Родина, да. С колокольней. Да, Спартак даже там играл. Же, на самом деле, мне кажется, это же прелесть, это самобытность футбола, сыграть на 3000-м стадионе. Не подходит по параметры премьер-лиги. Но мне кажется, за те деньги, которые они будут арендовать в Петровске, постелить нормальную поляну, расширить. Аренда, там какие-то скажу, 2 миллиона за игру им уже заявили. 2 миллиона они будут платить рублей за игру. Да. Ну, вот посчитайте, это сколько у нас получается 15 игр, это, соответственно, 30 миллионов рублей. Я думаю, что за 30 миллионов рублей можно какие-то трибунки еще там на 2000 сколотить и поле постелить. Соответственно. Ну, это мое мнение. Но поле, сам знаешь, хорошее поле стоит от $1 млн. Если хорошее поле. Ну, мне кажется... Как на Крестовском. Да, там а зрителей можно. Есть пример такой в Германии. Команда Хофенхайм. Это такая почти деревня. Там, ну, по ихнему мнению деревня. Там тоже 30 тысяч, что ли, проживает. Но у них стадион там чуть ли не на 50 там, тысяч. Заполняется полный. Оказывается, все ближе... Ну, кто был в Германии, там же они очень компактно все живут. И там с ближайших городов, этих деревень, автобусы едут. И у них там заполняемость 100% на все матчи. 100%. И игра. Вот они вышли в Лигу чемпионов. Да, они будут. Да, и, кстати, самые... Да, вот наши телезрители, может быть, не все в курсе, но вообще вот в следующем сезоне Еврокубковом предлагаю вам последить за этой командой, потому что ее тренирует 29 лет главному тренеру. Да, 29 лет. Читал про него. Это уникум. Он, ну, я так считаю, вывести команду в Бундеслиге. Более чем. Так, бомбардиры у нас остаются. Давайте. Второй год подряд Федор Смолов становится лучшим бомбардиром с результатом каким? 18. Он хэт-трик сделал. Да-да-да, в последний матч сделал хэт-трик и сильно. Дзюба на втором месте, то есть вот два российских форварда. Да, вот хорошо, что я из первой восьмерки 4 игрока иностранца, 4 наших. Вот первые два места занимают игроки сборной, Дзюба и Смолов.
Ну, вот это, конечно, плюс большой. Но Дзюба тут начал опять сегодня жаловаться на коленку. Не знаю, говорит, буду я играть, не буду я играть. Коленочка болит. И вот... То есть по сборной непонятно. Да, по сборной, да, вот мы не затронули. Нет, почему сбор... у нас как раз у нас есть, 4, есть, да, 3-3 минутки. Давай поговорим, да, о следующем матче. Затронули, там еще... Мы играем товарищеский матч. Да, мы товарищеский матч играем. Следующий эту. И я просто хотел сказать по сборной. Посмотрел игроков, кто хочет, если это обсудить, то я думаю, что есть какие-то вопросы и главному тренеру, к Черчесову. Ну, кого не пригласили, ты имеешь в виду, там, Кокорин, Мамаев? Нет, ну, допустим, пускай они Кокорина не пригласили, ладно, там, Денисова, да, который тоже неплохой полузащитник, uh-huh. который опытный. Почему? Не ну, там, понимаешь, тут конфликт этих, вот у него конфликт с кем был, с Черчесовым, он того не приглашает. Приглашает того же Габулова, хотя там вот этот молодой Медведев, да, допустим, Ферил там сколько в этом, в Ростове, он его даже, ну, хотя бы возьми на сбор четвертым вратарем. Тебе не говорят там, что он будет там Акинфеева подсиживать, ну, хотя бы посмотри, возьми. То есть, понимаешь, мне будет тоже непонятно. Я не говорю уже про Панченко, да, который стал с 24 мяча. 24 мяча парень наколотил. Загоев получил травму. Почему ты его не берешь? Ну возьми, это же не, там, не знаю... Ни к чему не обязывают. 20 сколько там игроков летит 30, там, да. 30, получается, два состава почти. Ну, господи, ну почему не взять-то? Вот я не понимаю, понимаешь? Будем посмотреть, что называется. Либо обида какая-то у него там на игроков, на Динамо, на еще какие-то команды, понимаешь? Вот, ну, Черчесов такой человек, он конфликтный. Вот. Это есть. Есть у него такой. А, друзья мои, передача наша подходит к концу. Мы без футбола с вами надолго не останемся. Нас вот ждет товарищеский матч сборной, потом Кубок Конфедерации. И потом уже мы, наверное, все привыкли, что теперь у нас перерывы между чемпионатами короче, чем между кругами чемпионатов. Так что в июле нас ждет уже новый чемпионат со своей интригой, со своими всякими интересными вещами, с гонкой бомбардиров, соперничеством команд, тренеров, болельщиков. Так что я не знаю, честно говоря, будет ли у нас еще передача, это вот решит Олег, или мы с вами уже как-то встретимся в следующем сезоне. Но, тем не менее, сейчас мы с вами прощаемся. Болейте за футбол, болейте за нашу сборную, болейте за свои команды. Всего вам хорошего и всех вас с завершением чемпионата. Ура! Счастливо! До свидания! Пока!